18 миллиардов 60 миллионов рублей. Столько денег поступит в городскую казну Самары, столько и потратят в следующем году. Бюджет будет бездефицитным. При этом 15,5 миллиардов – собственные средства города, остальное – деньги вышестоящих бюджетов. Проект главного финансового документа города принят депутатами Думы во втором и окончательном чтении. После первого чтения проект бюджета был отправлен на доработку. Добавили 47 миллионов рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, почти 20 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации и учатся во вторую смену. Также несколько миллионов рублей добавили на медицинский осмотр работников бюджетной сферы и детей-спортсменов, которые в этом нуждаются. Остальные предложения взяты на контроль и будут включены в лист ожидания. В целом бюджет города сохранил свою социальную направленность. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как образование, ремонт дорог, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальная поддержка отдельных категорий граждан. Общая сумма средств, которые на это потратят, составляет около 73% всех расходов бюджета. А это значит, что мы с вами в следующем году выполним больше, повысим зарплату, социальные пособия. Именно такие цели ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно такие цели ставит и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Я надеюсь, что и мы с вами с этими задачами тоже справимся. Почти 1 миллиард рублей запланирован на реализацию национальных проектов и федеральных программ. Так, по нацпроекту «Демография» предусмотрены деньги на строительство детских садов в Куйбышевском, Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. Заложено финансирование на завершение строительства школы на 1200 мест в микрорайоне «Новая Самара», которую уже начали возводить в августе этого года. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году начнется реконструкция улицы 22-го партсъезда. Продолжится реконструкция заводского шоссе. Деньги направят на социальные выплаты и льготы, оказание материальной помощи пенсионерам, инвалидам и ветеранам и переселенцам. Людей из аварийного жилья. Сегодня уже вот, с утверждением бюджета, да, так сказать, могут формироваться конкурсные комиссии, и ничто не мешает, так сказать, по расходной части проводить конкурсные работы, торги и с началом сезонных работ, да, так сказать, начинать воплощать это в жизнь. Работа с бюджетом 2020 года не закончена. В дальнейшем документ будет дорабатываться, чтобы как можно оперативнее решать наиболее острые вопросы. Кроме того, ожидается традиционная поддержка из вышестоящих бюджетов. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов. События.